Много лет назад в Армении произошло землетрясение, и мне рассказывали одну очень удивительную историю, которая произошла вот в то самое время. Когда случилось это страшное бедствие, приехало множество людей, добровольцев, спасателей, которые разбирали завалы и доставали еще живущих людей. Работа шла весь день, люди работали, не покладая рук, что называется. Потом уже наступил вечер, и нужно было определяться, нужно было сворачивать операцию. Но вместе с тем понимали, что еще не разобраны до конца плиты, и там еще могут быть живые люди. Они продолжали расчищать, снова они останавливались, снова слушали и услышали плач ребенка. Он настолько обессилел, что он не мог подползти даже. И тогда кто-то из взрослых принял решение, он сам спустился вот в эту трещину к этому мальчику и стал его оттуда вытаскивать. Мальчик был спасен, и он, по сути, обрел новую жизнь. Но он не знал имени даже своего спасителя, того, который погиб вместо него. Мы знаем имя нашего спасителя. И Пасха – это не просто традиция. Пасха – это спасение каждого из нас.